Друзья, для тех, у кого Android TV, рекомендую включить эту функцию. Насколько вы просто знаете, Android TV могут тупить, особенно на слабых телевизорах, слабым процессором. Чтобы немного ускорить процесс, нужно сделать эту функцию. Настройки. Настройки устройства. Об устройстве. Спускаемся в самый низ. Сборка. 5 раз нажимаем на сборку. И когда вам напишет, что вы уже стали разработчиком, нужно нам включить для разработчиков. Потом спускаемся в самый низ. Вот, когда вы стали разработчиком, переходим в меню для разработчиков. Спускаемся в самый низ. Здесь у нас будет такой пункт «Приложение». И видим лимит фоновых процессов. У меня стоит не более 2 процессов. Можно выбрать не менее 2, 3, 4 или стандартный. Что это значит? У меня стоит не более 2. Что значит это? У меня, допустим, будет запущен YouTube и ОККО какой-нибудь. А если я запущу потом Кинопоиск, ОККО и YouTube у меня выйдут из фонового режима. И, соответственно, оперативной памяти будет больше, и, соответственно, телевизор будет менее лагать. Пользуйтесь.